В МФЦ на Свирске 12 школьникам вручили паспорта. Для них это волнующее событие. Они пришли на торжественную церемонию вместе с родителями. Поздравили 14-летних мальчиков и девочек работники муниципалитета. Со словами напутствия к ним обратилась заместитель главы администрации городского округа Щелково Анна Грызлова. Сегодня вы получите свой первый и самый главный в жизни документ – это паспорт. Что такое паспорт? Паспорт – это документ, который говорит нам о том, что мы граждане Российской Федерации, что мы имеем много прав и обязанностей. Действительно, с момента получения паспорта для 14-летних начинается своего рода новый отсчет времени. У них появляются права и обязанности. Например, можно пойти работать, правда, пока еще на неполный день. Можно распоряжаться заработанными деньгами, но при этом надо соблюдать договорные отношения с работодателем, быть дисциплинированным и ответственным. Я чувствую ответственность на себе, и я очень рада. Тоже ответственность. Берется какая-то такая сила на вход во взрослую жизнь. Завершает красивую, уже традиционную церемонию вручения паспортов общая фотография. Она для этих мальчиков и девочек на многие годы станет напоминанием об этом дне, когда они сделали свой первый шаг во взрослую жизнь. Андрей Цеханович, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.